Красноярске предлагают построить надземное и бесплатное метро. Траты планируют покрывать за счет сдачи коммерческих площадей на станциях. На сайте «Новое метро Красноярска» собирают подписи в поддержку проведения городского референдума, который помог бы привлечь внимание. Идея принадлежит предпринимателю из Санкт-Петербурга. В Красноярске сейчас его представителей нет, и сбор подписей идет дистанционно. Нужно сделать строительный проект и получить разрешение на строительство от местных властей. Именно для этого и должен проводиться референдум. Потому что сами они не желают давать разрешение. Вообще их это не интересует. Ни власти региона, ни власти города. Каких-либо расчетов окупаемости строительства и обслуживания метро за счет арендаторов пока предприниматель не публиковал. Но, по словам красноярских бизнесменов, этот план вряд ли реализуем. Точно так же, к примеру, можно настаивать на бесплатных автобусах, за которые заплатят арендаторы ларьков на остановках. А метро, даже надземное, куда более сложное сооружение. Какой будет там пешеходный трафик? На самом деле будет пользоваться этот спросом, не будет. Сколько сразу будет веток метро вот этого наземного построено? Вопросов очень много. И мне кажется, что на данном этапе при нашей экономической ситуации это, наверное, больше фантастика.